ты понимаешь с печалью, что нужно с каким-то человеком разойтись. Ничего хорошего в этом нет. Это на самом деле, ну, признак нашего какого-то несовершенства. Закономерность вещей. Нет, это отнюдь не закономерность. Вот. Это просто, ну, как бы наше какое-то вот несовершенное такое состояние. Сказать. И вот они ушли, и незачем взрывать мосты, которых нет. Между вами глубина, над вами высота, у вас внутри стучат обычные сердца, их ритмы не сошлись, стучат себе, стучат. Чужим. Да только вот беда, и всякий раз легко касается беды. Ты просто отступил, и вот они ушли, и только иногда вопросы их звучат, но это только часть болезненной игры. И вот ты стоишь и не знаешь, каким ответить молчанием. И вот ты стоишь и не знаешь, каким ответить молчанием. Признайся сам себе, разбитое давно, и нынче не срослось. Ну что ж, не в этот раз, но может быть потом. Усталые глаза смеются не в попад, и только иногда вопросы в них блестят, но это только часть болезненной игры. И вот ты стоишь и не знаешь, каким ответить молчанием. И вот ты стоишь и не знаешь, каким ответить молчанием. Сейчас как правильно? Элива Бенд. Вот, я вообще просто... мой питерский коллектив называется. Иностранное название. С трудом воспроизвожу, запоминаю. Вот, Игорь Лунев, город Санкт-Петербург.